Одной совместной Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ в формате очного общения. Ожидаем, что нам удастся в русле конструктивного и открытого обмена мнениями проанализировать и дать оценку текущей ситуации в сфере международной и региональной безопасности, взвесить в этом свете возможные риски для государств-членов нашей организации, ровно как и обсудить довольно обширный круг вопросов. Хотелось бы отметить, что повестка для сегодняшнего заседания довольно насыщенная. Спектр подлежащих к принятию вопросов включает как вопросы политического характера, оборонного измерения, так и вопросов безопасности. Согласно принятому порядку, с удовольствием хотел бы представить участников нашего сегодняшнего заседания. От Республики Армения министра иностранных дел, министр обороны Республики Армения Сурен Рафикович Папикян, секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Валерьевич Григорян, от Республики Беларусь министр иностранных дел Владимир Владимирович Макей, министр обороны Виктор Геннадьевич Хренин, государственный секретарь Совета безопасности Александр Григорьевич Вольфович, от Республики Казахстан заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Мухтар Бескенович Тлеуберды, министр обороны Руслан Фатихович Жаксылыков, помощник президента, секретарь Совета безопасности Кизат Дауренбекович Нурдуаулетов, от Кыргызской республики министр иностранных дел Жээнбек Малдаканович Кулубаев, министр обороны Бактыбек Асанкалиевич Бекболотов, секретарь Совета безопасности Марат Муканович Иманкулов, от Российской Федерации министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу, секретарь Совета безопасности Николай Платонович Патрушев, от Республики Таджикистан, министр иностранных дел Сироджидин Мухридин, министр обороны Мирзо Шерали, секретарь Совета безопасности Насрулло Рахмаджон Махмудзода. От постоянно действующих рабочих органов ОДКБ генеральный секретарь нашей организации Станислав Васильевич Зас, начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Алексеевич Сидоров. Коллеги и друзья, еще раз всех тепло приветствую и желаю всем нам плодотворной работы. Предлагается перейти к утверждению регламента и проекта повестки для совместной встречи, провести ее в формате пленарного заседания. Думаю, будет логично заслушать информацию генерального секретаря ОДКБ по первому вопросу и обменяться мнениями, далее заслушать генерального секретаря ОДКБ о документах, подготовленных для нашего рассмотрения, и перейти к их подписанию. Для информации по проекту повестки дня слово предоставляется генеральному секретарю Станиславу Васильевичу Засю. Пожалуйста, уважаемый Станислав Васильевич. Уважаемый председатель, уважаемые участники СМИ.